Добрый вечер, дорогие друзья. Да, это центральный стадион. И это матч 14-го тура Мелбет чемпионата России. Первая лига. Астраханский Волгарь принимает Ярославский Шинник. И вот он прозвучал. Ну что ж, давай составы. Дмитрий, начну, наверное, с гостей. Сыграл на коротке с партнером. Это был как Соколов. Ну и удар. Вот первый удар по воротам. Бил как раз-таки отведенный, да, Игорь Леонтьев. Да, ну помним мы... Ох, какой момент опасный. Рикошет... Нет, рикошета не было от защитника. Мяч от ворот. Не получился удар у Кулишева. И снова Зенков. Штрафной. Удар. И... Ух ты. Да, это моментище. Роман Лык оказался уже на левом фланге. Подача. Сброс и удар. Ну и смотрим. Скидка такая получилась, и Семенов в одно касание работал эту премию, если бы она была. Носов, навес, опасно! Да, и, ну и на дальней штанге был Ведерников, и ему тоже к мячу успеть. На усмотрение, да, СК. Ну а сейчас уже выход 1-1, и гол в воротах гостей. Забивает и делает свой традиционный кульбит Илья Стефанович. 1-0. Перевести можно. Смирнов право переводит. Носов. И удар Носова рядом. Довольно острого угла. К счастью, такого продолжения, как с КамАЗом, этот эпизод не получил, если ты помнишь. Да. Игру с КамАЗом, то, в принципе, тавтология. А не будет этого самого штрафного. Будет финальный свисток Ивана Сараева. И минимальная победа астраханского «Волгаря».